Пенни на персональный переносной портативный мощный компьютер с зарядкой и аккумулятором для блога о самой красивой это я. Это уже другое дело, блядь. Спасибо тебе большое, спасибо. Чё спасибо, это мне, блин, мне денежка, понятно, это на компьютер мне переносной с аккумулятором. Старый, уходи. Чтоб я блог, видеоблог Богдану буду вести, понятно? Пенни. Я буду вести старый, блог, уходи. Я буду писать о своей свободу жизни, Богдану как я провел сегодня пенни. День, как старый, я провел уходи. Вечер, как я свободу сходил в туалет, обо всем буду писать, старый, понимаешь? Свободу я хочу свою личную жизнь, пацанам старый, рассказывать, уходи. Девочка, чтобы свободу они мне комментарии писали пенни. И лайкали мне все мои посты, понимаешь? Я хочу свободы, я хочу вести свой блог, я хочу стать великим блогером, ЖЖ. Завести себе ВКонтакте, личный блог писать. У меня, блядь, день рождения было недавно. И, блядь, я хотел об этом написать. И, блядь, друзья пригласили на день рождения. Сделали мне сюрприз. Купили шапочки бумажные. Шапочку такое удивление произвели на меня. Удивление, представляешь? Они мне звонят, а я говорю, приходи ко мне. Я прихожу прям на фудкорт. Они все в шапочках бумажных сидят праздничных. Праздничных шапочках собрались. Друзья мои, мне праздник устроили в шапочках бумажных. Поздравляют, кричат мне. Ой, блядь, я весь в впечатлениях был в этим днем. Не было времени написать об этом блог. А следующий день я написал об этом событии. Спасибо друзьям, что сделали мне праздник в шапочках бумажных. Блять, заткнись! Ай, дурак! Заткнись!